Так, ну что, начинается самая моя любимая часть подготовки к Новому году. Это упаковка подарков. У меня здесь стоят коробки с подарками, которые пришли. Сейчас покажу, что я буду использовать для подготовки, то есть для упаковки подарков. Создала себе атмосферу, включила там тоже чей-то влогмас, мандарины, чай. Кстати, мы все-таки зашли еще раз в Литуаль и все-таки решили взять эти кружки. Потому что в прошлый раз, когда я вам показывала их, мы их все-таки не взяли, но потом что-то походили несколько дней и поняли, что ну нужно взять, поэтому взяли. В общем, сейчас будем красиво все упаковывать, буду вам показывать, создавать эту атмосферу и садитесь со мной упаковывать, как я тоже с кем-то сижу, но правда там не упаковывают. Так, для упаковки подарков у меня есть вот такие две коробки, они нужны для конкретных подарков, которые, к сожалению, я не смогу красиво упаковать бумагу, потому что они такие, знаете, формы круглые. Поэтому я купила отдельно коробочки. Взяли мы коробочки в моде, и, в принципе, все, что нужно для украшения, мы взяли в моде. В общем, вот такие прелестные коробки. Также взяла вот такие ярлычки для упаковки, где можно писать, кому этот подарок принадлежит. Что-то в этом году я не хочу как бы клеить бумажку на сам подарок, хочу красиво так привязать, чтобы человек, оп, смотрит бирочку, типа, о, это мне. Вот, поэтому взяла вот такие чудесные ярлычки, мне очень сильно нравятся. Тут их в наборе 12 штук. И это здорово, как раз мне подойдет. Так, также взяла бархатную такую ленту красную. Я хочу совместить бархатную красную ленту с бечевкой, ну, как со шпагатом, чтобы это было красиво. Ну, у меня в голове это красиво. Как это будет на деле, еще посмотрим. Ну, в общем, взяла вот такие две такие бечевки. Взяла один моток шпагата и взяли такие две ленты бархатные. Так. И для того, чтобы красиво смотрелись подарки в коробках, для которых предназначены были коробки, взяли еще такие два белых наполнителя, чтобы, знаете, ну так красиво все открываешь, все красиво лежит, а не просто в коробку накидано. Это, знаете, не про нас. И взяла упаковочную бумагу. Обычно я предпочитаю брать вот эту бумагу крафтовую, да, но за последние годы как-то надоело, показалось уже слишком скучным, и поэтому решила, что в этом году я хочу сделать подарки цветные, ну, более-менее, да, то есть я выбрала принт, который мне понравился. Не знаю, как это будет уже по факту смотреться, но мне кажется, это будет красиво смотреться, поэтому взяли вот такую бумагу. Надеюсь, нам хватит на упаковку, потому что, например, здесь есть вот такой большой подарок, и вот на него один рулон точно может уйти. Вот. Ну, и скотч, ножницы, что нам пригодится. В принципе, все остальные подарки можно начать упаковывать. В общем, приступаем.
вот такая ситуация. За 30 минут я упаковала 4 подарка. И то как бы вот эти было проще всего, потому что туда нужно было просто сложить и закрыть крышку, а эти я упаковывала. И вот они заняли больше всего времени. А впереди еще очень-очень много всего. Я переживала, что мне не хватит памяти, чтобы это все записать, потому что, ну, пока у меня стояла камера и снимала, ушло уже 30 минут, а для моего телефона я снимаю в самом максимальном качестве, которое может делать iPhone. И поэтому съедается очень много памяти. Боюсь, что это все я не смогу заснять. Но вы видите, как это все получается, поэтому дальше буду снимать уже, знаете, отрывками. Решила включить Гринч мультик, вот, и продолжить сие мероприятие. Так, у нас пока что все получилось. У меня, к сожалению, закончилась упаковочная бумага. Остались такие, знаете, размеры, которые не подходят для упаковки. Осталось 3 подарка. Вот, возможно, сейчас схожу, докуплю, а эти пока положу под елку. В общем, вот так это красиво все выглядит. Мне понравилось вот это сочетание, все-таки не зря я это взяла. И упаковочная бумага мне тоже нравится. Она, знаете, такая ненавязчивая, не перебор, но при этом что-то интересное, а не просто крафтовая коричневая бумага. Вообще как-то так. Купили в Сине вот такой диффузор с запахом дерева, реально пахнет, точнее дерево, ну как, скорее ель он пахнет, очень вкусно и пахнет, получается, на всю вот нашу гостиную, на нашу кухню, в общем, прикольно, я его поставила здесь рядом, чтобы, ну знаете, антураж создавать, что у нас здесь как бы пахнет Новым годом. Мы уже заказали упаковочную бумагу для тех подарков, которые остались, которые я не упаковала. Хочу сегодня просто всем этим закончить заниматься. Как бы такой день упаковки подарков. Я не люблю упаковывать в разные дни. Я специально собирала какое-то время все эти подарки в одну кучу, чтобы в один день сесть и упаковать. Вот, немножко не рассчитала с упаковочной бумагой. Надеюсь, вот мы заказали еще 3 рулончика их. Надеюсь, их хватит. Вот, пока едет заказ, буду, наверное, читать. У меня в планах на этой неделе написать уже какие-то планы на следующий год, какие-то цели конкретные. Я хочу сделать карту желаний, но не потому, что я прям верю именно в то, что ты наклеил картинки и что тут будет. Нет, это просто визуализация идей, как бы вдохновение. Скажу честно, я делала до этого 2 карты желаний, и они практически одна. Что удивительно, она практически полностью, может даже не практически, а полностью сбылась. Я все реализовала, даже когда я ее первый раз клеила, я еще думала, я там так клеила, я знала, что нельзя клеить слишком, знаете, у вас там заработок сейчас 20 тысяч, а ты клеишь, что я в следующем году буду зарабатывать 1 000 000, хотя такое тоже может быть. Но я старалась клеить адекватно, но все равно мне показалось, что я где-то переборщила. Я все равно смогла это реализовать. И после этого я сделала еще одну, но потом не помню,
то ли ковид был, то ли еще что-то. В общем, какие-то желания не смогли сбыться просто из-за того, что обстоятельства в мире сложились так, что это было невозможно. Ну, в общем, как так. И вот хочу в этом году тоже все сделать. Я уже собрала картинки, но пока еще точно не прописала свои цели, поэтому буду, исходя из цели, добавлять картинки. Все, упаковала оставшиеся подарки. Вот эти три, они уже снова упаковкой. Не люблю такую упаковку. Она оказалась такой крафтовой, из-за этого сложно сгибается, точнее, скотч отклеивается от нее. Но в любом случае у нас получилось. И теперь вот так это все выглядит. Всем доброе утро, мы собираемся на фотосессию, ту самую, которую мы планировали еще в начале ноября, и наконец-то этот день настал, выезжаем сейчас. Сделала себе такой, знаете, сегодня нетипичный образ, точнее как, для меня он, наверное, типичный, но не на постоянной основе. Решила рискнуть сделать такой хвост, вроде, кстати, держится. Вот я использовала то средство, которое мы с Денисом покупали, от Head, текстурирующее, и реально держится. Обычно у меня на этом этапе уже ничего нет. Вот, нарисовала, рискнула нарисовать стрелки, знаете, это всегда опасно, но у меня получилось с первого раза, вообще без каких-либо косяков, вроде все отлично. Выезжаем, кстати, посмотрите, прилезала. Это вообще вот эту прическу делаю, по-моему, первый раз. Мне нравится. Денис, тебе как? Красиво. Ну, красиво. Все, короче, выезжаем. Делала ее сама. Наверное, стилист бы сделал пообъемнее, но я подумала, что мы будем еще и стилиста сюда звать. Итак, 18 декабря я иду в салон, на все эти мусечки-пусечки вам покажу. В общем, выезжаем. Ну, такие у нас по итогу образы получились. Вот так. Штатив не взяла. Вот. Кстати, вот так мне очень нравится. Ну, такой, знаете, прям стиль-стиль. И наушники взяла. Мы пришли на фотосессию, и нам повезло. У нас будут сегодня щелкунчики, потому что их периодически убирают. Я сама лично замечала, что иногда приходишь, они есть, а когда-то их нет. Денис взял себе какую-то сосису. Давайте, рассказывайте свои впечатления. Денис, это ждал всю фотосессию, да? Уже закончилась фотосессия, сейчас пойдем погуляем по ярмарке, посмотрим, что интересного здесь есть. Пока Денис перекусывает, сам пойдем тоже где-нибудь еще поедим.
Всем доброе утро. Настя, как я, идем на свидание с Денисом. У нас какой там бранч, короче. Family поздний brunch. Завтрак. Family brunch. Идем в место, которое должно быть еще очень красиво украшено снаружи. Хочу сделать там фотку. Вот. Но, конечно, самое основное – это бранч. Должны что-то красивое подавать. В общем, покажем. Вчера у нас тоже было свидание в виде фотосессии. Как кто-нибудь обязательно напишет, как в прошлый раз, что это постанова, что, что фотосессия – это все неправда, что мы приходим домой и собачимся на диване. В общем, на самом деле понятно, откуда это все идет. Если человек действительно не любит фотосессии, он просто напишет, типа, а я не люблю, все. Но когда вот эта вот добавочка, типа, на самом деле вы живете как кошка с собакой, или всякие вот эти домыслы, это сразу понятно, о чем речь, что человека волнует, и что это на самом деле просто мысль с агрессией. Вот и все. А мы любим фотосессию, нравится проводить так время. Во-первых, мы гуляем по красивым местам, нас запечатляют в этот момент. Мы как бы обнимашки, целовашки, что такое, да? В общем, для нас это норма, и в принципе все равно, что там кто пишет. Потому что тут сразу видно, что пишет с агрессией. Всем доброе утро! Сегодня у нас бьюти-день. Еду уже максимально готовиться к Новому году. Едем в фэшн-шампейн наводить красоту, брови, маникюр, что там еще, ресницы. В общем, создаем красоту. Правда, сегодня только 18 число, но нас уже здесь не будет в это время. Ну, точнее, будем, мы будем, просто мы будем далеко от этого салона. Как-то ехать в другой конец города не очень хочется. Домой после бьюти-процедурок, в этот раз без приключений, мне очень понравилось в салоне. Для тех, кто не знает, я не помню, делилась я этим или нет, у меня очень много неприятных историй, связанных с бьюти-процедурами, с мастерами и так далее. Не знаю, как так повелось, я предполагаю, что повелось это из-за того, что я выбираю салон по принципу, чтобы он был близко к дому, при этом я смотрю на цену, то есть я не выбираю какие-то очень дешевые салоны, где мне сделают плохую процедуру, и при этом я жалуюсь, что что-то мне делают плохо. Нет. То есть цену я всегда смотрю, чтобы она была адекватная. И, в принципе, я всегда на самом деле рассчитываю, что если цена нормальная или большая, что мне окажется все классно. Но, к сожалению, уже несколько раз, очень много раз я ошибалась, и все было с точностью наоборот. Но в этот раз я решила поехать все-таки в салон с именем, называется Fashion Champagne. Решила, что ладно, окей, лучше, наверное, все-таки ездить куда-то, чем пытаться искать возле дома, потому что возле дома, ну, нет у меня качественных салонов.
При этом они дорогие, довольно-таки, не дешевле, наверное, чем Fashion Champagne. В общем, съездила, делала себе маникюр, делала реснички перед Новым годом, брови. Маникюр не очень сильно заметно, потому что я делаю без покрытия. Мне нужно только, чтобы за ними поухаживали. Забрала посылки с Wildberries, заказали тарелки. Смысл в том, что у нас долгое время были такие голубые тарелки, я стала замечать, что мне не очень нравится, как в них выглядит еда. Ну, как будто бы вот этот голубой цвет не очень сочетается с едой, которую я кладу. Но при этом я стала замечать, что именно мне нравится в ресторанах, когда мне подают на белых тарелках, причем конкретных, знаете, каких? Вот таких. Вот с такими каемочками, я даже не знаю, как это описать, в общем, с бортиками, да. Не знаю, мне очень сильно нравится такой формат тарелок, и как это красиво в ресторанах, в кафе выглядит, когда там сырники подают, еще красиво что-нибудь там украсят соусом. Поэтому я решила, что нам нужно заменить вот эти голубые тарелки и на вот эти белые. Что странно, что удивительно, если набрать на Wildberries белые тарелки, в принципе, похожие вы сразу увидите. Но, почитав отзывы, я понимаю, что многим вообще приходят какие-то просто белые тарелки, не с такими бортиками, не такой формы. И мне пришлось потратить достаточно времени, чтобы найти вот такие довольно качественные, красивые. В общем, мне нравится. Если нужно, я оставлю ссылку. Но заказали вот такие две тарелки. У нас всегда с Денисом все заказывается на двоих. Когда приходят гости, получается, что у нас нету одного какого-то сервиза. Оно еще такое единственное происшествие, которое произошло в салоне, почти возле салона, да. Я прямо перед дверью подскользнулась, знаете, как прям в мультиках подскальзываются, ну, вот там шкурки банана, и летят ногами вверх, спиной вниз. Вот так и я упала. В общем, повредила руку. Я сначала думала, что обошлось только вот такими царапинами, но сейчас чувствую, что рука немножечко подопухает, и каждое движение я прям чувствую. Ну, надеюсь, это прям сильно не разрастется. Вот, ну, в общем, все остальное было прекрасно. Вот. Мы уже семимильными шагами идем к Новому году, к празднованию Нового года. Следующий влогмас уже будет такой новогодний, наверное. Вечером, кстати, премьера «Счастливы вместе», продолжение. Да, мы любим этот сериал. Даже смотрели в осознанном возрасте, в этом году смотрели старые серии, потому что, знаете, такое детство, ты смотришь, иногда даже на фоне, и просто такая семейная, теплая дома атмосфера. И нам стало интересно, конечно, как они решили продолжить этот сериал, что они хотят там показать. Поэтому вечером будем смотреть, наслаждаться жизнью. Вот такое у нас получилось видео. Надеюсь, я подзарядила вас новогодним настроением, вот этой новогодней атмосферой. В общем, собственно, для этого и снимаются влогмасы, я стараюсь с вами делиться всеми такими новогодними и радостными моментами своей жизни. Надеюсь, вам понравилось это видео, если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь обязательно на канал, и увидимся уже в следующем видео. Пока!